Не тайную комнату, но секретный колодец нашли ульяновские коммунальщики. Около 17-го дома по улице Островского обнаружен колодец, заасфальтированный около 30 лет назад, не отмеченный на схемах системы водоотвода. Находка расположена на глубине около 2 метров. Металлоискатель не срабатывал, но профессиональное чутье ливневщиков помогло отыскать секретный коллектор. Они раскопали участок экскаватором. Ну вот мы, короче, нашли его методом тыка, можно сказать. Нечаянно экскаватор копал и задел кольца. В этом месте, вот, где мы примерно определили, и он копал. Все, зафиксировали. Вот сейчас колодец почистили, все пробили. Сейчас вот теперь квартальный запускаем. Иначе, если тот колодец мы не нашли, квартальный просто не пошли бы. Им идти некуда. Из-за того, что колодец прятался, стояла вся квартальная сеть ливневой канализации между домами номер 15, 17, 19, 21 и 23 по улице Островского. Коммунальщики прочищают, размывают горячей водой и откачивают все отложения земли в колодцах, пробивают коллекторы. Теперь ливневка будет работать, утверждают в Доремстрое.